Сегодня в России отмечают День государственного флага. В Ненецком округе праздник отметят в Нарьян-Маре и 17 отдаленных поселениях региона. Главные торжества развернулись в столице округа на площади Ленина сегодня. Для жителей и гостей Нарьян-Мара выступили творческие коллективы округа. Празднование Дня российского флага началось с флешмоба. Юноши и девушки выстроились в форме триколора, одного из главных государственных символов России. После необычного подарка горожанам с приветственным словом выступил губернатор Ненецкого округа. Главное, что символизирует наш триколор, это то, что многообразие людей, живущих на территории нашей страны, едины. А пока мы едины, мы непобедимы. С праздником! Ура! Торжественные мероприятия ко Дню российского флага проходят ежегодно с 20 августа 1994 года. Праздник учрежден в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят в 1667 году на первом русском корабле «Орел». Я знаю, что он при Петре Первом появился, вот, был, насколько я помню, под этим флагом ходили торговые суда, вот, и, а именно как флаг Российской Федерации, он у нас появился в 92-м году, 22 августа, был утвержден как государственный символ Российской Федерации. Белая полоса на флаге изначально означала свободу, синяя – Богородицу, под покровом которой находится Россия, красная – державность. Сейчас неофициально чаще всего используется следующая трактировка значений триколора. Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, синий – веру и верность, красный цвет символизирует силу и кровь, пролитую за Отечество. И жители Ненецкого округа об этом знают. Ну, белый, насколько я понимаю, насколько я помню, это ассоциируется с небом, но вот, синий могу попутать, но, возможно, это что-то с морем связано. Вот. А красный – это гордость Российской Федерации. В праздновании Дня флага Российской Федерации в Нарьян-Маре приняли участие более сотни горожан. Также торжества прошли в 17 населенных пунктах региона. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».